Меня зовут Светлана Кужевич. Я работаю мастером творожного участка. В первую очередь, когда я прихожу на работу, начинается у меня рабочий день с контроля технологических параметров. В каком состоянии сгусток, какая кислотность, какая плотность сгустка, готов ли он к варке. Ну и начинаем отваривать. Вот, собственно, здесь и происходит отваривание творога. В этой емкости он отваривается до готового состояния. Затем он идет по трубопроводу на охлаждение, на отделение сыворотки, на ленту прессования и уже идет на окончательное охлаждение и на расфасовку на автомате. В моей профессии варить творог все-таки надо обладать интуицией. Надо чувствовать творог, надо чувствовать сгусток, вот, чувствовать, когда зерно готово. Ну, как бы уже когда столько лет проработала, ну, как бы визуально даже видишь, готово, не готово. Может, надо немножко добавить температуру, чтобы получше было, чтобы отделилась сыворотка. Как бы много разных нюансов. Пришла я работать на комбинат после окончания училища. Это был 89-й год. В этом году у меня будет 30-летие, как я работаю на одном предприятии неизменно. Конкретно на творожном участке я работаю где-то 14 лет. Коллектив у нас довольно дружный. Стараемся друг другу помогать. Где-то в каких-то ситуациях выручить. Нюансы, естественно, бывают, как в любом коллективе, на любой работе. Какие-то вопросы, какие-то... Ну, стараемся решить это более безболезненно. Каждое утро жители нашей страны завтракают. Поэтому очень многие любят творожок. Они завтракают. Дети завтракают запеканками, просто творогом. Чай, кофе – это как бы неотъемлемый продукт в рационе, как бы, я считаю, каждой семьи. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.